то, что они расстреливали дома, это вот украинский танк стоял вот здесь, это я лично видел, как он стоял и расстреливал 37-й дом, вот этот подъезд, в этом подъезде у меня живет тесть. Они так и говорили, уходите все отсюда, мы будем складывать дома. Это вот ну прямая речь была, мы будем складывать дома. Ну это было там в грубой матерной форме, ну смысл был такой. Все квартиры были разграблены, выбивали все двери деревянные, металлические двери, простреливали личинки замков. Квартиры ну, практически все разграблены. Выносили продукты, там какие-то вещи ценные. Я со своей квартиры, вот вижу, как они ходят по квартирам с фонариками сначала, спускаются вниз, а верхние квартиры начинают загораться. То есть не было никаких попаданий, никто не стрелял, просто поджигали квартиры. Сначала грабили, потом поджигали.